сначала надо опробовать маскировочный прибор. Капитан Кварк, у вас очень героический вид. Внимание персоналу депланетизатора! Увидите чужаков, жмите на кнопку «Убить чужаков». Это большая красная кнопка, такая же, как и все остальные. В следующем депланетизаторе это надо продумать. Регенерация, дезинтеграция. Санитарное поле включено. Слава председателю Драко! Привет, капитан! Нас засекли! Только без автографов. Здравствуйте, капитан Кварк. Привет, ребята. Ну что, расколем планетку другую, а? Привет, капитан. Дверь заперта. Нужно искать обходной путь.
Внимание всем сотрудникам! По завершении процедуры депланетизации розыгрыш экскурсии в горы Убу. Получите лотерейный билет в отделе кадров. Идем, лучше не задерживаться. Мышцы.
Слава председателю Драко! Йоу! Личность установлена. Добро пожаловать, капитан. Оцени, какой выбор! Полный запас! Может, тут где-то есть терминал лазутчика?
Терминал лазутчика должен обнаружить, где гравитационный стабилизатор. Ясно. Гравитационный стабилизатор находится в центральной части корабля. Несанкционированное применение маскировочного прибора. Ой-ой. Похоже, они раскусили нашу хитрость. Цель захвачена. Всем сотрудникам. До завершения процедуры депланетизации все коммуникационные каналы будут заблокированы. Никаких звонков, текстовых и голографических сообщений. Еще роботы. Мистер Закон несет вам в смерть. Мистер Закон. Мистер Закон найдет тебе морду. Пришла подмога. Малыш Дуркон посещает удар. Малыш Дуркон, отличный. Малыш Дуркон играет только в одну игру. Делай больно. Он все еще слышит сердцебиение. Мы отправим тебя в рай для ломов. Thank you.
Патронов нет. Нельзя сдаваться. В атаку! Отправим тебя в рай для ломбард. Внимание всем сотрудникам! В служебном помещении на 7-й палубе установлен мемориал в честь Виктора фон Иона. Отдайте дань уважения павшему товарищу. Плата за вход — 5 болтов. Мистеру Зуркону скучно. Спасибо, Бракс, подбодрил. Сделай
Вот, готово! Вызываю рейнджеров. Мы внутри реактора, спускаемся к гравитационному стабилизатору. Мы скоро его отключим. Понял тебя, Рэтчет. Магнитные усилители готовы. Мы на месте. Ждем отмашки. Хорошо. Кого суперприем! Устроим сальник! Ну не расстраивайся. В конце концов, ты сражаешься с величайшим героем галактики! Доктор Нефариус хочет уничтожить всю систему. Я с тобой не разговариваю. Ты испортил мне жизнь. Поздоровайся с моим дружком, разжигателя. Я вынужден так поступить. Это нужно ради блага галактики. Что-то видок у тебя нет. Посмотрите на себя. Работайте на величайших злодеев галактики! Поворачивать уже поздно! Ничего, вот уничтожу тебя, и народ Саланы опять меня полюбит! Агенты Рокова... Так! Галактика.
галактики. Да. А ты просто мелкий мохнатый. Какой довольно симпатичный ломбард, который внушил жителям Таланы, что он тут без нас. Да, есть чем гордиться. Стрелять героя, когда у того закрыты глаза. Того, как я с тобой разделаюсь, я помогу всем найти новый дом, лучше прежнего, и снова стану героем. Жители галактики не простят вам такой глупости. Ну, конечно, простят. Я бы с радостью поболтал, но мне тут надо карликовую звезду взорвать! Элайс, у нас неприятности! Парень усмехнулся, он хочет уничтожить звезду! Рэтчет, останови его! Если звезда взорвется, Умбрис тоже погибнет! А потом и мы! Меня не поймает! Вы бы видели рожу Дрэка! Я изящно обвел этого дурачка вокруг пальца, а потом превратил в окну! Почему такая спешка? Я думал, ты хочешь стать героем. Я могу прервать ваши жалкие жизни, и у меня еще останется время, чтобы покинуть станцию и насладиться картиной разрушения. Красотища, правда? Искусственные сверхновые. Это я придумал, пока в тюрьме сидел. Лучший способ отомстить галактическим рейнджерам — уничтожить всю систему прямо у них на глазах! Искусственные сверх...